Вы знаете, я не то что неохотно, я вообще не делюсь подробностями своей личной жизни, потому что считаю, что счастье только так себе можно обеспечить. Это мое личное, это то, чем я очень дорожу, это то, что я буду охранять, и то, то ради чего я становлюсь вообще меняшей. Когда люди, которые не понимают этого, пытаются все-таки что-то разузнать, я реально превращаюсь в другого человека. Потому что мне кажется, что каждый вменяемый человек должен уважать твое личное пространство. Это же так? Ну правда. Может, я в чем-то не права, но я идеалист. И это я буду защищать. И мне кажется, что все нормальные люди это понимают. А всем остальным я посвящаю эту песню. Ha ha ha!